Друзья, я реально не понимаю, все эти дорогие яхты, дома на Рублевке, дорогие таски, но как на это вообще можно заработать денег честным трудом? Ну это же реально просто жесть! Это миллионы стоит! А, как хороша жизнь, главное бухло! О, Андрюша, слышишь? А, нет, случайно незнакомый, можно вас, пожалуйста, подойдите сюда? Случайно незнакомый, можно вам пару вопросиков, пожалуйста? Ты чё, быдло? Спокойно, можно пару вопросов вам просто задать ради интереса, а? Вот молодой человек, случайно прохожий, вот смотрите, вот как можно... А, чего, кого? Нажимай на удержи. Подарок. Давай. Что готов? Готов? Конечно, готов. Выпьешь, будешь мужиком. На. Опа, ну а так, че, бутылек мне передали? Ну, водяра получается. Мужик, да? Давай вместе со мной на пасашок, давай. Хорошо, пошел по трубам, вода горячая, нормально, понимаешь, да? Пошел, опьянел, да, нормально? Мужик! Так вот, случайно прохожий, ответьте на вопрос, как нормальным образом заработать можно на яхту, на дорогие машины, на дом на Рублевке, вот как это сделать, скажите, пожалуйста, вот есть какие-то предположения, а? Сейчас я скажу, на самом деле меня срать, я просто бухаю. Вот, друзья, всем огромный привет, с вами сегодня, как всегда, Олежа Кофе, со мной сегодня Андрюшенька Индифа, и добро пожаловать на Сити, мой сервачок Радмирчика, мир криминальной России. Ну все, вырубай его, кажется, вырубай его, кажется. У тебя покачивает экран, да? Ну да, поначалу покачивал, сейчас отошел уже немного, понял, я уже от водяра отошел, понял, так быстро. Какая ты мужик, реально. Ну конечно, естественно. Вот что, друзья, перед началом этого ролика хочу пожелать вам приятного просмотра и, конечно же, приятного аппетита. Если вы все равно не прожимаете кнопочку лайка и, конечно же, подписываться на канал. Ну что ж, Андрюша, знаешь, чем мы сегодня с тобой будем заниматься? Я неспроста затронул тему заработка денег, потому что надеюсь, что сегодня мы с тобой обогатимся. И я наконец-то смогу купить себе дом на Рублевке. Так вот, ровно полгода назад мы с тобой собирались и открывали много лотерейных билетиков. И так уж совпало, друзья, что недавно с выходом обновления были добавлены новые лотерейные билетики, которые стоят баснословное количество денег. Не надо, чтобы понимали, в некоторых местах лотерейные билетики продаются аж по 350 тысяч рублей. Но, слава богу, мы знаем хорошее место, где продаются они в разы дешевле. Поэтому, друзья, сегодня мы откроем очень много лотерейных билетиков, потратим почти все свои деньги, которые я взял с собой, у меня их 100 миллионов рублей. Значит, мы сегодня откроем их по полной программе и постараемся выиграть главный джекпот этой лотереи. А главный джекпот — это 125 миллионов рублей. Так что, друзья, заранее можете в комментариях предположить, повезло нам или не повезло, потому что мы сами пока не знаем вообще, рабочая схема заработка это или нет, или мы сольем все сегодня деньги. Поэтому надеюсь, что нам сегодня повезет. Пожелайте нам, правда, удачи перед началом. Я сейчас админ написал. Да ты издеваешься, что ли? Ну не надо было это делать, пожалуйста, а? Вот, для начала мы доедем до одного местечка, я вам просто один прикольчик покажу, но уже после этого мы приступим открывать новые лотерейные билетики. Вот, друзья, как раз то, что я вам хотел показать, вы сейчас реально просто офигеете. Итак, мы подходим к нашему любимому магазинчику на Барвихе, и вы просто посмотрите, сколько здесь стоит лотерейные билеты. Один лотерейный билетик стоит 350 тысяч рублей. Это просто жесть. Это, о, давайте я просто ради интереса куплю один, да, что вот просто вам показать исход. Мы покупаем билет за 350 тысяч рублей, соответственно, да. То есть вы понимаете всю абсурдность этой ситуации. Мы, соответственно, вот так вот делаем и получаем 5000 рублей. Олег, лучше давай смотри. Ты прикинь вообще, ты прикинь. Олег, давай инвестируем деньги в бухло. Мы нормально нажрёмся с тобой. Согласен, мы заработаем на это в разы больше. Олег, смотри, а зайди в магазин, смотри, предпоследний товар, посмотри, сколько стоит. Коробок. Ну чё за ценники, почему коробок спичек 7000 рублей стоит вообще? Прикинь, в жизни такое. Нет, друзья, это самый худший магазин, который я только видел, потому что ценники в этом магазине. Всем здравствуйте, мы начинаем наш видеовлог, и с нами здесь Олег Кофе. А, ты камеру достал, да? Давай. Ну давай, ты будешь как-то комментировать влог? Ну давай, вот, давай, я прям из машины. Ребята, если вы хотите добиться успеха и кататься на такой же машине, как и я, то вам ни в коем случае не надо открывать лотерейные билетики, которые мы сегодня будем открывать. Хуйня какая-то. Иначе мы сольете все свои деньги. Так, ладно, мы едем к нормальному магазину. Надеюсь, заедем, соответственно, да? Мы едем к нормальному магазину, где, соответственно, все продается по скидкам и по дешевому прайсу. И уже там будем приступать к нашему. И будем сегодня. Да. И будем сегодня, значит, приступать к нашему челленджу. Наша главная задача — открыть сегодня 100 билетиков и посмотреть, что мы получим, открыв их. Так что я надеюсь, что исход будет реально хорошим и в пользу, и мы сегодня реально заработаем много-много денег. Ну что ж, дамы и господа, вот то самое прекрасное
прекрасное местечко под названием Поляна, где мы сегодня будем накрывать поляна. Нормальную поляну из наших любимых лотерейных билетиков. Итак, смотрите, значит, здесь стоимость одного лотерейного билетика 110 тысяч рублей, что в три раза дешевле того билета, который мы уже сегодня покупали. Опять же, наша главная задача сегодня купить 100 билетов и посмотреть, сколько денег мы с них залутаем. То есть мы потратим 11 миллионов рублей, купив 100 билетов, соответственно, да. И я буду записывать еще у себя параллельно в блокноте все выигрышные билетики. И в конце этого ролика мы все это суммируем и посмотрим, сколько денег мы потратили, сколько денег мы по итогу заработали. Ну что ж, давайте приступать. Давайте сразу, наверное, купим максимальное количество билетиков, которые можем купить, и начнем их открывать. Итак, дамы и господа, я надеюсь, вы готовы, ведь мы купили очень много лотерейных билетиков, и наше испытание начинается. Опа! Первый лотерейный билетик — это уже 40 тысяч рублей. Неплохое начало. Причем, обрати внимание, знаешь, какой это лотерейный билетик по счету? Номер 894. То есть, как я понимаю, они не особо популярны в силу того, сколько они стоят денег, скорее всего, да? Так, открываем второй лотерейный билетик и 5 тысяч рублей. Ну, ёлки-палки-то, а какое начало было? Какое начало хорошее? 40 тысяч, а? И мне кажется, что нам по КД будет 5... А, ну да, конечно, 5 тысяч, еще 5 тысяч рублей. Опять же, друзья, я параллельно записываю все это в блокнотике, чтобы потом мы могли суммировать всю итоговую сумму и посмотреть, сколько денег мы подняли. Ну опять 5 тысяч рублей, что за фигня вообще, я не понимаю. Как так? Объясните мне, пожалуйста, а? Ну это, блин, невозможно. Это реально невозможно. Как это работает так? То есть, друзья, самое главное... Ну опять пятерик. Ну что же это такое-то, да? Самый главный приз, который вы можете получить, это 125 миллионов рублей. То есть это же просто жесть. Вот прикинь, я вот так вот реально стираю билетик, и там такая сумма денег просто. Это ж, ну это жесть, да? Я даже боюсь только один билетик взять. Да, да, это жесть. Реально просто как... 20-ка, так, смотри. Интересно, интересно, интересно. Что-то новое давай. А что не открывается дальше у нас? Не понял, что за баги, что за баговалось. Ну-ка. Так, открываем следующий билетик и снова 5 тысяч рублей. Да, да. Ну, а как так бабки делают? Ну, друзья, начало, конечно, пока очень смутно. Еще ни с одного лотерейного билетика мы с вами не ушли в плюс, к сожалению. И не факт, что хотя бы с одного билетика мы сегодня окупимся, но будем в это верить. Олег, и будем надеяться на лучшее, как говорится. Дорогие, да? Я бы сначала ролик устроил пьяную по ножом. Ну давай без этого, пожалуйста, да? Давай, пожалуйста, без этого. Ну я реально, я не понимаю. Подожди, мне вот правда интересно, какие вообще суммы могут выпустить из этих билетиков, потому что, ну здесь просто, ну что это такое? Падает постоянно. Я помню, когда мы тогда ролик записывали полгода назад, нам падали постоянно там по косарю суммы. То есть вот такие, да? Здесь там падает конкретно... Клиент зашел. Конкретно по 5000 рублей. Ну то есть что это такое? Объясните мне, пожалуйста, а? Я не понимаю. На вот, смотри, я не знаю. Ну это вообще, это что такое вообще, а? Не, я отказываюсь просто в это верить. Опа! Сорокетка сюда. Вот это я уже понимаю. Вот это другое дело. Я понимаю, что мы даже так уходим в минус. Это нереально вообще. Ладно, это просто сфоткаю, невозможно. Дай быстренько идиота сфоткаю, которую тратит деньги. Меня хочешь фотографировать, я правильно понимаю, да? Уже, уже. Это ужас, это просто жесть. Я не понимаю, как это реально так работает вообще, а? Ну опять пятерок. Да не, мне кажется, что больше 40 тысяч мы сегодня вряд ли что-то увидим. Хотя, кто же его знает, как это работает, и кто знает, что... Опять пятерик. Ну что это такое? Ну, Андрюша, я не понимаю, как это работает, честное слово, а. Ну, смотри, нам из этой партии осталось открыть всего лишь 5 тысяч... Ой, это 3 билетика, соответственно, да? И это просто ужас какой-то, я не знаю. Ну, вот опять же, друзья, смотрите, мы... Сколько билетиков? Вот давайте, у меня уже есть небольшой такой минимальный подсчет, соответственно, да? Мы открываем... Танцуют. Да, я вижу. Мы открываем последний билетик из этой пачки, и мы снова получаем 5 тысяч рублей. Итого, я даже сейчас посчитаю, погодите. Итого, открыв 22 лотерейных билетика, мы с вами два раза увидели сумму по 40 тысяч рублей, один раз увидели сумму по 20 тысяч рублей, а все остальное это 5 тысяч рублей. Это просто жесть. Но мы не останавливаемся на этом. Жизнь нас ничему не учит, поэтому мы продолжаем открывать билетики дальше. Ну чего, Андрюха, очередная партия лотерейных билетиков. Твои ставки, мы что-то интересное из нее получим? Нет. Или все закончится как обычно? Ну, да, спасибо, спасибо. Ну смотри, все у нас начинается как раз таки опять с 5 тысяч рублей. Начало очень уверенное, начало очень достойное, и мы снова получаем 5 тысяч рублей. Вообще неплохо, вообще отлично, вообще очень прекрасно, слушай, а. Не, ну реально, еще 5 тысяч рублей, отличное начало, друзья. Давай ты просто успокоишься. Ну не, ну подожди, хорошо, вот, ребят, напишите просто сами в комментариях, вот вы верите вообще в то, что кто-то реально просто может выиграть этот джекпот, или нет, ты, а? Получается, мечтатель. Нет, я лох, я понимаешь, я лох просто, реально, понимаешь, конкретно, цветочек такой, понимаешь, да? Просто вот, есть лохотрон, я повелся на него, понимаешь, вот и все. А, да, я просто сказочный человек, понимаешь, Андрей.
сказочные, просто сказочные. Олег, есть такой мем сказочный. Я знаю, я вот я про это и говорю, просто я другое слово подобрал. Ах, блин, еще 5000 рублей, отлично, замечательно, прекрасно. Нет, но опять же, смотри, опа, 20-ка подъехала неплохо, вот этот нежданчик. А, напишите, пожалуйста, друзья, в комментариях, вообще есть ли человек хотя бы один, кто получил больше, я не знаю, там 100 тысяч рублей с этой рулетки. Вот реально, с этих лотерейных билетиков. Я не вряд. Потому что я, правда, ну ни разу мы еще этого не видели, чтобы хоть кто-то поднял здесь какое-то хорошее, огромное количество денег. Я не знаю, насколько это нужно быть счастливчиком, просто чтобы реально, вот ты приходишь в магазин, покупаешь один... 60 тысяч рублей! Нифига себе! Так-то это впервые мы выбиваем... Ну подожди, мы впервые сейчас с тобой выбили 60 тысяч рублей. Так-то это в первый раз, так-то это очень хорошо. Так вот, я не знаю, каким нужно быть счастливчиком, чтобы реально прийти в магазин, соответственно, да, купить один лотерейный билетик и выиграть с него джекпот. Это, знаешь, это вот все истории вот из реальности, да, которые нам рассказывают, знаешь, там счастливчик купил какой-то лотерейный билетик, и он оказался выигрышным, да, и там он залутал там много-много-много миллионов рублей, долларов и всего остального. Но в реальности, ну я не знаю, но реально такое бывает, хочешь сказать, а? Как будто бы это вообще невозможно, как будто бы это реально просто невозможно. Но, ребята, понимаете, на то мы и приехали сюда, чтобы проверить, так сказать, нашу удачу, чтобы посмотреть, будет ли нам она сегодня сопутствовать или, конечно же, нет. Но, судя по тому, что мы видим, она вряд ли нам будет сегодня сопутствовать, потому что все, что нам падает, это 5000 рублей и больше ничего другого мы, к сожалению, не получаем. Да. Пока что максимальная сумма, которую мы с вами залутали, открыв где-то уже примерно 50 лотерейных билетиков, это 60 тысяч рублей. И это, конечно, не есть хорошо. Ну что ж, очередная партия, соответственно, билетиков ну, хватит, открылись. Партия, нет, нет. Мы продолжаем, ребята, дальше. Мы доведем сегодня это дело однозначно до конца. Где-то примерно 50 билетиков мы уже с тобой открыли. Ой. Ну что, братишка, а? Мой друг по алкоголю, ну что, давай открывать? Нет, Олег, я не буду тебе после этого всего. Почему это? Я не понимаю, что не так. Подожди, а что не так? Да я реально, я не понимаю, что-то кроме 5000 рублей может выпасть с этих лотерейных билетиков. Или вообще нет? Ну это же реально... Ну ёки-палки. Ну не, мне реально интересно потом будет посчитать итоговую сумму, которую мы в целом залутали после открытия всех лотерейных билетиков. Потому что мне кажется вообще, что там мы настолько в минус идем, что это ну просто реально жесть. Но, друзья, это нас ни в коем случае не останавливает. Мы продолжаем, понимаете, верить во что-то реально хорошее, верить в удачу, потому что, как говорится, надежда умирает последней. Даже если вы уже продали свою квартиру, заложили все свое имущество и дальше продолжаете открывать, вам, конечно же, повезет. В кавычках нет. Я надеюсь, вы понимаете, да, как это работает. Так, ладно. Давай, ну, пожалуйста, ну, реально, ну, можно, пожалуйста, на что-нибудь, пожалуйста, на что-нибудь можно, кроме 5000 рублей увидеть сегодня, а? Ой, Андрюша, да уж, опа! 60 тысяч рублей в студию! Вот это нормально. Я понимаю, да. Но мы еще ни разу, не попался лотерейный билетик, который бы окупил наши страдания. Ни один лотерейный билетик не оказался счастливым. Ни один лотерейный билетик не оказался окупаемым. И как это работает, объясните мне, пожалуйста. Я, честное слово, не понимаю вообще. Но, ребята, мы не сдаемся и мы продолжаем. Продолжаем открывать эти билеты до талого, пока нам реально не повезет прямо-таки по полной программе. Так, ну, кстати, смотри. Нам уже два раза выпало 20-ка, нам уже два раза, ой, один раз выпало 60 тысяч рублей. Так что в целом уже что-то реально нарисовывается, что-то уже реально начинает идти в гору, судя по всему, да? Ну я хочу хотя бы увидеть один лотерейный билетик, который реально окупает да. Просто и все. Хотя бы это увидеть сегодня в ролике, это было бы просто прекрасно. Какая партия? Но я не знаю, это уже третья партия, Андрюша, третья партия. Но что-то как-то вот, ребята, реально очень грустно. Да уж. Судя по всему, эти лотерейные билетики доведут нас сегодня прямо, я не знаю, до банкротства. В самом начале этого ролика я говорил, как заработать денег на хорошую жизнь, соответственно, да, на дорогие дома, на дорогие яхты, машины и все остальное. Но, ребята, судя по всему, лотерейные билетики, это не есть правильный выход из этой ситуации, потому что здесь вы, скорее всего, больше потратите своих денег, нежели чем заработаете. Ну вот, мы открыли еще одну партию и продолжаем открывать дальше. Yeah.
Итак, дорогие друзья, мы открыли более 100 лотерейных билетиков, потратив на это больше 11 миллионов рублей. Чтоб понимали, когда мы начинали, номер билета, с которого мы начинали, был где-то 890 или 880 какой-то. А у нас сейчас номер 1006. Именно так выглядит мой блокнотик с теми суммами, которые я записывал в него. Осталось лишь только посчитать итоговую сумму, сколько мы реально на этом заработали. И мне реально самому интересен результат. Мы открыли больше 100 лотерейных билетиков, потратили чуть-чуть больше 11 миллионов рублей. Поэтому давайте смотреть на итоговый результат. Ну что, Андрюха, у меня готов конечный результат. Давай, вот твои предположения, сколько денег мы заработали, открыв чуть-чуть больше 100 лотерейных билетиков. Ну вот так вот, просто на твое вот, и просто мне интересно. Ну, лямов 60. Лямов 60, да? Смотри, Андрюх, мы с тобой открыли 106 лотерейных билетиков. И сколько ты говоришь, ты примерно понимаешь, что мы на этом заработали? Вот так, нет, вот даже мишки 60-то как, нет. Подожди, что ты сказал? Что ты еще раз сказал? Сколько? Примерно просто. Ну, примерно. Лямов 40, наверное, да, точно. Лямов 40? Ты что, издеваешься, что ли? Даже меньше, сколько, наверное, мы заработали лямов 40? Ты прикалываешься, что ли, а? Ты издеваешься. Ну, ты потратил 100. Как, я потратил 10 миллионов, Андрей, 10 миллионов я потратил. А, какой 10? 11 миллионов. 11 миллионов я потратил, ну, а мы открыли 100 лотерейных билетиков, вот, и мы открыли, мы даже открыли 107 лотерейных билетиков, вот, так что давай, давай, короче, предполагай. Короче, тогда ты заработал около 2 миллиона. Ну да, что ж, друзья, так. Смотрите, значит, результат какой? Значит, 5000 рублей мы увидели ровно 91 раз, 60 тысяч рублей нам попалось ровно 6 раз, сумма 20 тысяч рублей мы также ее увидели ровно 6 раз, и 40 тысяч рублей мы увидели с вами 3 раза. Все, что мы с вами видели, выравнивается ровно к 1 миллиону 55 тысяч рублей. Именно эту сумму мы получили. То есть мы ушли в минус сегодня ровно в 10 раз. Потратив больше 11 миллионов рублей, мы получаем всего лишь 1 миллион. И это реально жестко. Ой, бля. Ну, слушай, эксперимент реально, как по мне, получился очень интересным, потому что, ребята, мы опять же видим, что выиграть в лотерее правда очень тяжело. Но, возможно, кому-то из вас реально повезет, поэтому удача все же бывает, она реально существует. И, возможно, именно вам достанется тот самый счастливый лотерейный билетик. Ну и, конечно же, дорогие друзья, чтобы красиво закончить наш сегодняшний день. Чего такое? Какой красивый, да? Ну что, чтобы красиво закончить наш сегодняшний день, мы как минимум должны открыть пару дубасских контейнеров, чтобы, конечно же, уйти в плюс. Но потому что, сами понимаете, сегодня было очень много денег потрачено на лотерейные билетики, но как-то заработать эти деньги надо. Поэтому давайте смотреть, давайте наблюдать и надеюсь, что нам сегодня реально повезет. А кто ж его знает, вдруг мы сегодня выбьем новые эксклюзивчики. Это будет прям конфеточка. Итак, первый контейнер у нас откроется ровно через 4. 3, 2, 1. Да не будет, Олег, такого. Ну, а прикинь, с первого раза. С первого раза, смотри, а? Да, с первого раза тебе упадет... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нормально. Почему так? Но, друзья, мы не унываем. Как говорится, надежда умирает последней. Итак, следующий дубайский контейнер. Ну, может быть, хотя бы он удивит нас сегодня. Приятно. И, может быть, хотя бы отсюда мы получим действительно... Опа! Ну, а вот это другое дело уже, смотри, а, кибертрак. За 23 ляма мы его продаем, и наконец-то хотя бы с чего-то мы ушли в плюс. Хорошо, тесла кибертрака, это, конечно, прекрасно, но самое крутое находится твоя. В этом контейнере. Именно Олег, здесь, твоя. Именно здесь, смотри. Ой, блин. Ну ладно, тут мы промахнулись, согласен. А такое случается, такое бывает, да. Не впервые, как говорится. Ладно, возможно, в этом контейнере действительно находится что-то стоящее. Пока да, мы окупились всего туда, лишь один раз. Хватит. И... Вот это вот прям хорошо. Вот это прям вообще отлично. Правда, по-моему, раньше он стоил дороже, не? 39 лямов мы получаем из продажи. И вот это, уже очень хорошо. Слушай, ну, Андрюша, два окупных контейнера у нас уже было. И в целом ситуация реально стабилизировалась, и меня это устраивает. Нормально. Вот это хорошо, да. Но это сейчас, к сожалению, помогло. Ну, подожди, давай посмотрим. А, 25. Ну да, 18500 мы получаем, так что даже в минус на пол ляма, но ничего страшного. Ладно, возможно, мы еще не выпили супер что-то самое дорогое из контейнеров, и это находится прямо сейчас тут. Смотри, и... Да, блин, у тебя второй раз. Нормально вообще, да 77 лямов. Забираю, вот это я понимаю, хлопочки, а? Андрюх, ну, мы пока в таком плюсе с тобой, это просто жесть. Я конкретно не в плюсе. Я тебе реально говорю, мы сейчас с тобой в таком жирном плюсе, понимаешь, а? Плюсе, слушай, ребят, ну, контейнеры сегодня реально приятно удивляют. Вот видишь, мы слили деньги на
на лотерейных билетиках, но на контейнерах нам сегодня везет. Так что, друзья, как я и говорил, Надежда умирает последней. Слушай, ну я не знаю уже, что можно еще ждать из этих контейнеров, потому что Rolls-Royce был 300 SLB. Нормально вообще? Что за... Я не понимаю. Олег, просто беги. Что происходит? Что происходит? Я не понимаю, что это такое? Как это работает? Объясните, как? 36 лямов к папочке! Слушайте, ну сегодня реально хороший день получается у нас по итогу. Очень хороший день. Не, ну ребят, я в шоке. Я правда в шоке. Я не знаю, что еще можно ждать с контейнера, но что-то мне подсказывает, что сейчас мы уже будем уходить в минус. Что происходит? Что происходит? Объясни мне, пожалуйста, что это такое? 40 лямов к папочке! Тварь, я ненавижу. А как? А как так? Я не понимаю, как это работает? Два Rolls-Royce, 300 SL, Ferrari, еще что-то было, Кибертрак, еще что-то было. Я просто не понимаю, как это происходит вообще, скажите мне, пожалуйста. Подкрутка. А? Ну, возможно, мне кажется, что сейчас уже точно слив будет, скорее всего. Ну не, Андрей, сейчас точно слив должен быть, сейчас точно должен я быть надеюсь. Слив. 100%, иначе вообще никак. А ну-ка и... Да что? Как это работает? Как? Как это работает? Тварь. Три Колина выпил! Три Колина, ну что? Я не понимаю, как это работает. Как? Объясните, как? Что? Как это так? Я впервые такое вижу. Тварь. Я впервые такое вижу. Как? Это невозможно, что-то происходит вообще. Я не знаю, такое реально впервые на контейнерах происходит. Чтобы ты понимал, я уже поднял больше 100 миллионов рублей, приехал сегодня на конты. Это жесть. Не, ну, Андрюх, я не понимаю, что происходит. Но мне кажется, я уверен, что сейчас будет слив точно. Ну, я не знаю, ну невозможно просто, а? Просто невозможно. Ты издеваешься? Как? Объясни, как это работает? Как ты контейнер окупает? Как? Причем он нормально окупает? Я не понимаю. Я реально, я не понимаю, как это происходит. Я не понимаю, правда. Я не понимаю. Не, если сейчас мы выпьем что-то еще, то я реально офигею. Потому я и так в офиге сижу. Но мы должны же когда-то слить уже деньги 100%, да? Да ты... А, нет, подожди, это, по-моему, дешево стоит, да? Того, по-моему, да, 10 лямчиков. Вот сейчас уходи. Не, вот сейчас реально лучше, ребята, остановиться. А вот, понимаете, лучше дать по тормозам. Мы заработали больше 100 миллионов рублей. Это просто жесть. Серия получилась супер невероятная. Я надеюсь, вы уже реально поставили лайк. Это реально жестко. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая вот серия сегодня эпичная, супер эпичная получилась. Я сам не знал, что все так пойдет. Но это просто жесть. Такое на контейнерах я видел впервые. Конечно, хотелось бы, чтобы повезло на лотерейных билетиках. Но в итоге, как вы помните, в начале серии мы поднимали вопрос, как заработать денег. И мы сегодня реально заработали денег. Вот, друзья, с вами сегодня был Ждали Жакофис, со мной сегодня был Андрюшенко Антифай. Это был Радмирчик, 7-й сервачок. Заходите играть вместе с нами. Скачивать проект по ссылочке в описании. Не забывайте вводить наши промокоды и указывать наши никнеймы при регистрации, тем самым вы получите самые жирные бонусы. На этом сегодня все, дорогие друзья. Всем до скорых встреч и всем пока-пока. Всем пока.